А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем привет, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка, Донька и Данька, мы в GTA 5, а это, ребята, рубрика «Битва автогонщика». Здоровки! Всем привет! Как говорится, 3D в деле, ребята, и мы будем прятать наши тачки в порту. Здесь у нас у каждого будет по 8 машин, зона у нас будет вот такая. После мы попытаемся все спрятанные тачки обнаружить, и главное это сделать как можно скорее, то есть чтобы ты нашел как можно больше тачек за отведенное время. Только в этом случае ты получишь дополнительный балл. И после мы проведем парочку испытаний для того, чтобы получить еще парочку баллов и выявить победителя данного шоу. Ребята, обязательно поставьте лайк на этот ролик, обязательно подпишитесь на канал и, конечно же, не забудьте поставить колокольчик, чтобы стояли все уведомления. В данном случае да. Вы будете видеть все новые ролики и не пропускать. И, кстати, напиши плюс в чат, кто смотрит прям все-все-все-все мои ролики, мне будет очень приятно. А мы пока что погнали прятать машины. Go. А первую свою машину, а это самый длинный лимузин, я решил оставить вот здесь. Еще один классный чит я решил оставить тут, но давайте-ка мы его немножечко поднимем, да, чтобы его было хоть чуть-чуть, но видно. Очередную машину я решил оставить прямо здесь, в ангаре. И еще одну я решил оставить также в ангаре, это уже вторая BMW у нас. Очередная машина у нас будет стоять на билборде. А еще одну я решил оставить прямо внутри здания, друзья мои. Мне кажется, да, Донни-то об этой нычке знает, но, возможно, уже подзабыл. Слушай, я думаю, тут тоже неплохое место для того, чтобы оставить Камри. Ну и последняя тачка у нас будет стоять вот здесь, ребята. И это была последняя, которую мы могли спрятать. Спасибо всем, кто помогал мне, а мы отправляемся прямо сейчас искать те тачки, которые спрятали от нас ребята. Ребята, ну что же, мы спрятали все тачки, которые могли. Давайте-ка сразу включим блипсы, мы начинаем на счет 3. Давай. 1, 2, 3, погнали! Йо-ху! Так, давайте-ка признавайтесь, кто какие машины и где прятал. Это вот самое важное в наше время. Ты прятал красиво? А какого цвета прятал? Я прятал красивые, дорогие. Красивые, дорогие. Красные. Нихера себе, красные. О, я нашел первую красную машину. Действительно, ты прятал красные. Я золотые прятал. Серьезно? Даня, золотые прятал? Нихера себе, я нашел приорди Зиган, которая. О, не зря залез. Что-то там нашел. Тоже золотую нашел. Золотую нашел. Да, все как бы понятно, хорошо. Золотая. Так как вы прятали красные и золотые, вы об этом сказали, я скажу, что я прятал зеленые. Поэтому ищите зеленый цвет, и будет вам счастье. Счастье будет в вашем доме. Будет нам счастье? Да, потому что у меня будет больше тачек на поиске. Это самое главное, как говорится, я слишком... Счастья вам. Я слишком наглый сегодня. Я золотой нашел. А, я думаю, что в смысле золотой? Золотые же твои. Окей. Так, ладно. Так уж и быть. Тут есть что? Или есть что? Или есть что, или нету что? А что, ничего? Ой-ой-ой, золотую нашел. Золотую чашу нашел. Здесь? Это хорошо. Да. Ах ты фуфел, ах ты фуфел. Окей, хорошо. Я знаю, я две нашел, но я... Да, я ж тут тоже был только что. А мы куда привозим так? А, да, вот сюда можешь за мной ехать. Вот сейчас я вот тебе показываю. И туда налево. Ну, где и байки стоят, сейчас, в принципе. Я не могу даже поехать. А, зона получается у тебя новая. Можешь на F2, если тебе прям сложно. Можешь на F2 выровняться там и... Да ехать, нашел вторую. Забрали, да, которую? Куда кого? Еще раз привозить? Зеленую забрали, да, там? В смысле, я не забирал, да. Зеленая ж моя была. А, нет. Зеленая моя была. Еще одна была зеленая? А я не знаю. Данек катается. А, Данек проехал мимо, что ли, типа, или что это? А я не знаю, чего там не поделили, но я понимаю то, что... Если ты там нашел золотую и зеленую одновременно в одном месте, ты мог бы забрать зеленую, было бы вообще замечательно. Ну ладно, окей. Ага, тоже хитрый. Ладно, по две у нас там. А, у тебя уже три! Ну, две. Две, одну топил. Значит, минус одна. Времени прошло, ребята. 2:20. Поэтому еще пока что времени достаточно, чтобы найти все оставшиеся машины. Че, Блэд? Да. А, потому что там я видел твою еще одну зеленую, но пока тур не стал ее забирать. Вроде бы, или какая-то была тачка, подожди, здесь вот. Чё, это не зеленая. Это не золотая, оказывается. Я думал, ты зеленая. Real talk? Ты в натуре на... Ой, иди-ка ты нафиг, слышь? В одном месте 4 тачки понаходил. Охреневший, блин, вообще. Ладно, ладно, ладно. Ребята, догоним сейчас, не переживайте.
Я думаю, что это все поправимо, исправимо. Или это нет? Уже бронится, это уже неисправимо. Это неисправимо, но ничего страшного. По времени еще очень много времени, поэтому... Время много. Я нашел еще одну твою тачку, братишка. Я нашел еще одну. И это да, красная, да, кстати. Угоняй, не стесняйся, самое главное. Ну, я-то не стесняюсь, только вот проблема-то в другом. Ты мои мало... Ладно, нашел золотую. Ладно, находишь. Мои-то мало ты находишь. Не мои ты почти что не находишь. А, в контейнере стоял? Ничего себе. Да. Понял, в каком контейнере он стоял. Окей, окей, окей. Ну я ладно, я-то тоже как бы тачки нахожу, это-то радует. Но вот искал бы ты зеленый, братиш, слышь? Давай-ка мне золотые поставь-то. А то твои красные могут скоро кончиться. Так, 3 у меня, 5 у тебя, да, если я не ошибаюсь. И одна получается у Дани. Так, Дани надо поторапливаться, ибо тачки кончатся. И тогда не знаю, что тебе вообще еще делать. Йо. Прикинь, что издалека увидел зеленую машину твою сверху. Ну да, я так и думал. Я так и думал, что ее будет изи найти. Поэтому, в принципе, я не расстраивался особо. Я золотую нашел, и это, короче, это Газель Бизнес, получается, если я не ошибаюсь. А, Газель Некст. Некст Бизнес. Понятно, ну, да, что там как. Так, окей, это моя уже получается. Тебя 6 у меня получается. Ой, прости. Я тебя понял. Чуть-чуть цепанул, прости. Да, у меня получается 4, у тебя 6. На 2 тачки пока что ты впереди, но это не особо-то. Не особо-то расстраивает, хотя на самом деле надо поторапливаться. Надо поторапливаться. По времени уже 5 минут позади. 5 читачек, нихи, серьезно? Да, сегодня мы реально понаставили кучу читов. Даня, у тебя там как дела? Давай рассказывай, боже. Смотри наверх, постоянно проезжаю. Пока только одна. Ну, на самом деле, не знаю, как ты смотришь, не смотришь. Вон, когда проезжали рядом с моей, которая была на билборде, ее было прям очень хорошо видно. То есть, странно, как ты ее не нашел. Йо-йо-йо. Странно, но ладно. Ну, да ладно. Чеша золотая. Так, мне интересно одно. Мне интересно вот одно. Ваня, ты спрятал что-нибудь здесь? А ну-ка. Я нашел, ладно, что-то лимузин, кажется, нашел. Да, один лимузин. Ну, это мой, да. Хорошо, мне это нравится, мой, это не особо-то и расстраивает меня, но с другой стороны... Семь тачек-то у тебя, да, ты прям... Ну тебе повезло в самом начале, то что ты в одном месте ну, кучу да. тачек нашел сразу, это было и сильно. То, что я твои не угонял сразу же. Да это понятно, блин, я бы так же сделал. Я бы так же сделал, это... Да, это прям... Обидненько, когда ты видишь золотую тачку и можешь ее забрать. Очередная, да, окей. А, и стояла, кстати, неплохо, потому что она как бы под цвет, получается, место, где она была. Да. И прям сливалась, да. Так, кстати говоря, пока мы ищем оставшиеся машины, вы прятали какие-нибудь некрасящиеся или же, быть может, байки? Не. Не прятал? Ты тоже. Окей, хорошо, добро, договорились. Ладно, ребята, осталось мне, если это 6. Нет, я тоже не прятал. У меня все оставшееся. Ой, все красное. Все нормально. Где тачки мои? Все нормально. А, что с тачками моими, подожди. Что, половину утопили, что ли? Или нет? Не знаю. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5. А, окей, хорошо. Ладно, я думал, у меня 6 уже. Ладно, тогда надо поторапливаться, друзья мои. Потому что надо найти 3 тачки для того, чтобы выполнить план минимум, друзья. И, кстати, пока мы ищем оставшиеся машины, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто где отдыхал этим летом. Потому что лето уже, как вы понимаете, кончается. Ну как кончается? Второй месяц уже заканчивается. И я думаю, что... Возможно, ну, уже многие из вас уже где-то добыли. Ах ты фуфель, ах ты фуфель. Я думал, точнее, ты думал, я не замечу эту тачку. Я нашел какую? На мосту красную, просто. И а, мать, она, конечно, зеленую. Сливается. Ты нашел зеленый, да? А, кстати, самое да. прикольное то, что ее не было видно с того места, где, получается, наша машина изначально, ну, наша база. И с правой стороны, вот с этого места ее не было видно, я прям специально туда смотрел, а когда я заехал со стороны корабля, я ее прям сразу спалил. И то, чисто повезло, что я туда обратил свой взгляд. 6 у меня. У тебя сколько? 8. Ну, на 2 пока что впереди. И по времени 7:30 уже позади, друзья мои, офигеть. Половина уже позади, а ты уже нашел минимум. Поэтому сейчас будешь грабить. Это да. А грабить это да. неприятно Честно, и жестко. Честно, я уже лечу этим заниматься, потому что Летишь? Я 2 нашел в одном месте. Серьезно? Дай угадаю, Камри.
Камри? Или не Камри? А что, нашел? Так, ладно, будем еще. А что нашел? А что нашел? Я нашел твою лимузяку. Нихера себе, конечно, он засунутый был. Посмотрим, что. Засунутый непихуемый. Дань, у тебя там как дела, братишка? Что-то ты вообще паник сегодня? Никак. Вообще никак, да? У тебя как-то интересно, съемки проходят. В одной серии ты все 5-6 находишь, а в одной одну. Я максимум 4 находил. Да? Mm-hmm. Ну, по-моему, было побольше. Чё? Нет. У кого там погром? Да, у кого там что-то гремит. Так, у меня получается... Так, а что, 9 уже? У меня 7 уже, у тебя 9. Нихера себе. Надо две тачки как-то найти. Ребята, блин, еще золотых полно-то. Они нифига. Вроде, если не ошибаюсь, 2 золотых осталось и пару красных. Да. Надо бы поторапливаться, Так, тут пусто, тут вроде бы как, тоже ничего нету. Хотя на самом-то деле я здесь еще плохо все посмотрел. Давайте-ка, ребята, ну, посмотри, проедемся. Посмотри. Проедемся, может быть, да и заметим что-нибудь интересненькое. А ну-ка, друзья-ка. Золотая, Тёша, золотая. Блин, так классно, на самом деле. Поставил кондёр, ребят, у меня была такая проблема, что я поставил кондёр, заболел и где-то неделю не мог им пользоваться. Сейчас вроде как более-менее выздоровел уже. И тем более жара, и я под кондёр. Вообще такая красота, Ляпота. Ставь лайк, у кого тоже есть кондёры, ребята. И кто, точнее, кого он спасает наше жаркое лето. Скоро опять заболеет, чувствую. Не, не каркай. Таких слов не произноси. Так, на самом деле, меня немножечко смущает тот факт, что я нашел золотую. Супер. Очередная Волга найдена. Это мои 8 уже машин. А, кстати говоря, мне нужно найти еще одну, чтобы с тобой сравняться. И как бы балл еще за... Камри. Поезд. Скат, да, нашел! Я все-таки догадывался. Все-таки нашел. Вместе должны быть, да? Я думал, что ты ее видел, а не ту, которую предыдущую. Один надо как... Так, раз, два, три, четыре, пять красных найдено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь золотых, если я не ошибаюсь. 4, 7, да. И 7 золотых, то есть одна золотая, получается, осталась. И еще как бы кучу красных, и это хорошо. А сколько зеленых? Зеленые не считал. Зеленые мои я не считала. Зеленых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть одна золотая, одна зеленая осталась. Да, тебе только две тачки можно найти. У Дани все а печально. Красных осталось раз. Так, найдено красных, раз, два, три, четыре, пять. То есть три красных еще не было найдено. Да, мне можно найти еще 4 тачки, вам по одной. Ну, то есть 2 максимум. Почему? Не-не. А, тебе 2 максимум, а Дани побольше. Да. Дани 4 можно найти. И мне 4. То есть мы с тобой, Дань, в одинаковых... Тут пусто, да. В одинаковых условиях с тобой все же мы. Если найдем. Да, Дань, ну как бы... Я бы тебе бы хотел помочь, но в данной ситуации я пока сам не могу этого сделать, так как... Да, Димон, ну это было так предсказуемо. Ах ты фигел, я так и думал. Я так и думал, что ты проверишь. Я так и думал. Вот это... Обидно это. Сколько у тебя там уже тачек-то? 10. Е-мать. Е-мать, ребята, на 2 тачки пока впереди. Это жирненько, Это сильно. Это по прям времени? Неприятненько по времени. 11:39, если прям быть точно. Я, короче, на одну золотую. Ну, все, в принципе, одна золотая осталась. Все, да, тебе одна золотая. Бедно золотая, вот у меня пока еще тебе тачек полно. Тебе что, везет то, что типа Даня ничего не может найти? Ну да. Поэтому у тебя очень большой выбор остается. Чего угонять? Ну да. Так у тебя тоже те же самые условия. По сути, он мог тебе зеленые подтырить. Но все равно как бы. По сути, да, но не совсем. Ну вот он не смог, да, он не нашел. Он нашел одну твою. Он не нашел. Я вот одно не понимаю. Я вроде как катаюсь в местах, где я еще не был, но я не вижу твоих машин здесь. И это меня не радует. Друзья мои, в комментариях я думаю, что вы уже напишите кучу тайм-кодиков, если вдруг я что-то упустил. Это будет прям неприятно. Блин, мне интересно, золотая тачка утонул. Одна осталась последняя, я правильно понимаю? Да, 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 как бы она, знаешь, мне кажется, мы ее не видели просто чисто из-за того, что она не броская, а по цвету. Может быть. И стоит очень-таки хорошо. Так, я... Ну вот. Не бросай. Ну, возможно, стоит вы туда хорошо. Еще и просто не приезжали. Да, мы возможно. Не приезжали. Скорее всего, да. Ребята, в комментариях также еще поставьте оценочку данной рубрики. Вот я же вижу ваши комментарии, я их читаю.
Вам очень сильно она нравится. Вот просто давайте-ка от 1 до 10. Вот сколько заслуживает данная рубрика? Было бы интересно узнать, а я пока ничего не вижу. Это такое себе. Это прям неприятненько. Это прям неприятненько, братишка. Где ты еще 3 тачки поставил? Если осталась одна машина, которая, понял, типа, вот издалека прозрачная, вблизи видная. А, да. Ну, мне кажется, ну я такие точно не ставил. Хотя вы мои уже все нашли. Ну, мы про твои-то и не говорим. Да, все нашли. Вы нашли-то все. Так, ладно. Ладно, я догадываюсь, здесь еще я не был толком. Окей. Проезжаю мимо. Даня тулит какого-то дальнобойщика, забирает у него мусоровозку и едет дальше. Что? Не, он правильно просто меня врезался и начал агриться. Понял. Ну, правильно. Тули его до конца. Окей, хорошо, вопросов нету. Вопросов больше у меня к тебе нету, ладно. Как бы... Здорово. Тут по-любому ничего нету. Тут по-любому же ничего нету. Так, там тоже ничего нету. Как бы остаются вообще кропали. Последняя минута у нас осталась. Последняя минута. И 3 тачки красных, что? Я либо, видимо, просто не проснулся. Я просто, ребята, только что с дороги, поэтому... Ну, я и спал как бы плохо, ладно. Ну, чтоб так? 3 тачки красных. Я просто даже, ну, мне прям интересно посмотреть, где они спрятаны. И как мне тоже видно. Самое интересное, где найти, где золотая, это самая единственная последняя. Я даже удивлен, что вы ее не нашли. Ну, тебе придется сейчас поискать ее, потому что мы ее не нашли. Я знаю, какую вы не нашли. А, даже так. Сдалека, говоришь. Это хорошая была подсказка, только времени остается 10 секунд. Поэтому, в принципе, все. Время, я думаю, что уже закончилось. Поэтому... А, на корабле. Ты это. Димон, ты про корабль не говорил, да? Я так понимаю. Да, я ему просто отметил зону. Видимо, да, про корабль я забыл сообщить. Блин, ну да ладно, ее как бы было видно, могли заметить, но просто мы не прячем на корабле, поэтому, да, мы не обращали особо внимания на них. Поэтому ладно. Ну ничего страшного, бывает. Окей, так, 3 тачки, которые спрятал Донни, давайте-ка показывай. Ну давай, первая, короче, не знаю, первая здесь стоит, но я так чуть-чуть ее прикопал. Ёпс тудей. За ёпс тудей, я ж проезжал здесь. Я вот так вот проезжал здесь, но возможно я ее просто не спалил еще. Если трубы коснулся, они бы развалились, и было бы видно вообще хорошо. Ну, понятное дело, да, просто, видимо, я слишком большой угол взял и не заметил. Окей, вторая машина примерно. Так, сейчас покажу. Чего? Утопленник. Видишь, да, утопленника? Да. Я так и думал, что что-то есть в воде, потому что я буквально вот здесь нашел одну тачку в воде. Я как-то вот думал про то, что будет еще одна. Ну, да, я просто не посмотрел. Окей, да. Хорошо. А третья, последняя? Так, а третья... Еще один мост? Серьезно? Да. Вот самое прикольное то, что я вот об этом думал. То, что, возможно, будет в воде и вот, ну, на мосту. Да, это жестко, братан. Ну, как бы пиксель видно. Даже не поймешь, что это машина на самом деле. Обычно мы же на мост заезжаем, все дела, поэтому... Ну окей, хорошо. Ладно, Рета, в любом случае, ты нашел тачек больше, ты зарабатываешь балл за поиски, а мы проведем сейчас одно испытание, поэтому погнали на первое. Давай. Ребята, наше первое испытание — это драгрейсинг, и здесь у нас 3 чита М5 и, получается, 2 лады. Ну как лада, это москвич, а то Нива. Окей, желаю каждому из вас удачи. 1, 2, 3, поехали! Ю-ху! Сразу. О, блин, ой. Я видел, я это снял. Слушай, на самом деле вот ускорение, конечно, сильно помогло мне. Но я... Она не перевернулась. Но я по максималке проигрываю. Да, братан, успокойся. Братан, главное меня не сбей. Главное меня не сбей. Нормально. Да, Нива в разы быстрее. Но вот ускоряшка у черной молнии очень хорошо помогла мне сейчас. Ребята, балл за это испытание у меня. Даня там вроде как на развороте. Да, все хорошо у него. Ну и наш ролик подходит к концу. Здесь, как видите, у нас Донни ничья. Ставьте обязательно лайк, ребята. Подписывайтесь на канал. С вами был Диман, Донни, Даня. Всем удачи, всем пока. Пока.